от этой техногенной катастрофы шли по зову Родины, по зову своего сердца, чтобы остановить эту трагедию. Отдали свои жизни, здоровье. Это самая большая техногенная катастрофа в мире. Благодаря военнослужащим, гражданским лицам, которые, не жалея себя, сделали все, чтобы мы с вами были живы и здоровы. Эта страшная техногенная катастрофа могла произвести такие сокрушительные моменты для всей нашей страны и всего мира. Но благодаря самоотверженности наших людей, наших героев, которые не жалели себя, мы с вами живы и здоровы. Вечная память тем, кто отдал жизнь ради нас с вами. Низкий поклон и вечная память.